Только что посмотрели фильм «Последствия» с Арнольдом Шварценеггером. Очень хороший фильм, грустный. Шварценеггер постаревший, хороший актер, отлично играет. Терминатор, постаревший Терминатор. Фильм о чем? О трагедии, о любви, о человеческой ошибке, о том, что надо прощать, о том, что надо ценить жизнь, ценить людей близких, которые рядом, потому что жизнь может неожиданно прерывается. Человек, чтобы стать человеком, нужно огромное количество времени стать человеком. 20 лет там растет, вырастает, и жизнь обрывается за секунду. Поэтому цените жизнь, цените каждый миг с близкими людьми. Очень хороший фильм, рекомендую.